Друзья, всем привет! Решил открыть в Телеграме небольшой блог, канал, посвященный тематике велоспорта, и в котором я буду освещать некоторые свои мысли по данным вопросам. Дело в том, что на YouTube-канале периодически у меня выходят достаточно объемные видео, в которых рассказываю про подготовку, про аэродинамику и другие вопросы. Но буквально каждый день читаешь какие-то новые статьи, общаешься со спортсменами, и бывают определенные мысли, которые хотелось бы где-то фиксировать. Ну и, собственно, в Телеграм-канале я буду этим и заниматься. Прекрасно понимаю, что сейчас блогеров, каналов на том же Телеграме достаточно много, и просто можно затеряться в этой информации. Но тем не менее, кому интересно мое, скажем так, творчество, мои мысли, добро пожаловать. Ссылку оставлю, переходите, читайте, изучайте. Надеюсь, будет интересно. Ну а я погнал на очередную интервальную тренировку. Всем пока!